Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. А как изменилась ваша жизнь с духовной практикой? Как ты сказала, сразу изменилась, сразу же. Я почувствовал перемены сразу же. Какие-то вещи с годами, они появляются незаметно тоже. Не замечаешь, но с годами они проявляются сами. Как уже, свойственно как бы мне, моей природе, которой просто я пользуюсь, не замечая даже. Оказывается, любовь проявляется естественно из сердца. То есть вы не удивляетесь этому, и вы даже не замечаете ее. Но она проявляется, потому что это природа души. И счастье проявляется тоже незаметно. Знаете, влюбленные часов не замечают, да? То есть не контролируют время. Потому что, естественно, наслаждаться, и сколько угодно я могу в счастье находиться, да? Я не смотрю на время, мне некуда торопиться, мне не жалко времени, видите? Я сразу освобождаюсь когда от многих факторов, когда есть такая сила любви. И вот эти факторы, они незаметно всплывают. И лишь когда мы начинаем вспоминать вот нашу прожитую жизнь до духовной практики, видим тех людей, знакомых наших, с той жизни, как, знаете, из матрицы мы вышли, да, и вот снова в матрицу заглядываем, Боже мой, мы видим, я был там. Оказывается, я был вот таким же, как вот все мы вот тогда жили так, и мы в этом сравнении начинаем понимать. Да, духовная практика нас, на самом деле, уводит далеко, далеко вверх, вот благодаря духовной практике.